Так, всем добрый день. Сегодня вашему вниманию предоставляется переходник для смартфона. Для того, чтобы подключить наушники и микрофон. Ибо если подключать микрофон обычный, то смартфон воспринимает его как гарнитуру, то есть наушники. Для того, чтобы воспринимал микрофон, то есть служат соответствующие переходники. Ну и вот в частности, один из них фирмы DEXP. То есть вот такой вот переходник кабельного типа. То есть кабель 2 на 3,5 мм. И 3,5 4 пина. Джек, фаза и маза. Ну, то есть папа, мама. Так, ну произведено в Китае, импортер написан, кто находится в такой упаковке. Так, ну и поддерживает микрофон написано. Это красный микрофона, синий, то есть обычные гарнитуры, наушники. Так, ну и давайте вскроем, посмотрим, что выходит внутри. Смотрится не надо. Достаточно прочно. То есть есть и в исполнении без кабеля, то есть когда в пластиковом корпусе находится два разветвителя. Ну, а здесь вот представлено в виде кабеля, ну, его подключение. Так, есть у нас микрофон. Давайте его подключим. Ну и давайте проверим, что изменится при подключении к смартфону. В настоящий момент звук пишется на микрофон смартфона. Так, ну и включаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть сейчас я пишу непосредственно на микрофон. То есть вот он находится здесь, рядом. Где-то 10 сантиметров от рта. Для записи и проверки кабеля переходника для подключения микрофона и гарнитуры. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона через переходник. Подключение. То есть в настоящее время. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно, приобретайте данный кабель-переходник для того, чтобы подключить микрофон, ну, в частности, вот у меня петличный, для того, чтобы звук не гулял, а шел непосредственно рядом с ртом говорящего, ну и переносился, чтобы звук был отличный. Итак, всем спасибо за внимание, до новых распаковок, всем удачных покупок.